Так, мы только что проводили солнце за горизонт, вернее, за облака. Правда, за облака оно еще не село. Настя, говори ты, короче. А что вам рассказать? Все круто. Скажи, где ты? Мы на Мальдивах, на острове Фериду. Вот, кроме нас, тут еще 5 туристов и мы на весь остров. Вот, поэтому так безлюдно, так здорово. Сегодня первый полный день здесь. Да? Да. Так. Конечно, сейчас солнце уже село. Вот. И так. Вот так, отлично. Солнце село, и так вода не такая сказочная, как на картинках. Но она действительно сказочная. Там наш рюкзак, сзади джунгли, ну вот они, не знаю, как видно, нас не видно. Нас не видно. Вот я, а вот Настя, ага, вот так, наверное, будет. Так, сейчас, а ну. О, заблокируем экспозицию. Кайфуем! Да, не пакет. Сегодня мы кайфуем. А там птички рвут какой-то пакет. Летают птички и рвут пакет. Сегодня мы обгорели. Особенно моя попа. Покажи свою задницу. Как мило! Вот. Не знаю, когда мы сможем залить это видео в интернет, потому что с интернетом здесь очень туго. Не то, что туговато, а просто туго, очень туго. Даже сообщения не всегда удается отправить. Вот, поэтому, как только мы доберемся до более-менее скоростного интернета, чтобы выгрузить видео в интернет, мы обязательно зальем это видео. Ну, до этого момента, я думаю, уже появится куча фоточек. Но это наше первое видео на Мальдивах, которое мы снимаем вместе. Вот, я уже буду выключать, потому что уже сильно много времени натикало на видео. Уже будет темнее, неинтересно смотреть. Да, у нас будет через час ужин. Потом еще расскажем немножко подробнее. Всем пока, до новых встреч!